Прятки. Кросс-чарт. Мы сначала делали обычный кросс-чарт. Кик, хол, кик. Кик, хол, кик. Хол, кик. Кик, хол, кик. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Второй вариант, когда вы оставляете ногу со стороны кика, закручиваете бедра. Пам. Кик, хол, кик, скрутка. Кик, кик, скрутка. Кик, ся, кик, скрутка. Кик, ся, кик, скрутка. Пам, пам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть так же, как в обычном варианте, у нас на раз и на пять идет кик, а скрутка, она идет уже в другие счета. То есть, что бы с вами ни происходило, у нас всегда идет финальная точка на раз и на пять. То же самое происходит в следующем варианте, если мы делаем прыжка. Когда мы падали на раз-два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два. То есть тоже идет на раз и на пять. И тут мы разобрались, что нам нужно, когда мы бежим, начинать с наружных ног. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два. Чтобы понять, два, два, два. Тогда вам удобно будет с нужной ноги сделать кик. Да. Но самое главное, это ритмика, чтобы у вас на раз и на пять происходили крайние точки, будь то кик или будь то прыжок, на два и на шесть у вас происходил пол, либо такой, либо секой, либо это еще в прыжке, а на три-четыре у нас идет перемещение поворот в другую сторону. Вы потом все повторяете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пам-пам, пам-пам. И так далее. Все.